выборов один стоил недорого, день выборов два стоил где-то порядка 2–2,5 миллионов, включая расходы на маркетинг. Кто добавился? Ну, вы же сами понимаете, что остались практически все те ребята, это квартет И, остался Уткин, остался Ефремов, осталась Гришаева, ну, которая тоже есть неотъемлемой частью квартета И, она играет везде. Кто еще добавился? Добавился Трибунцев, добавился Бурунов и еще несколько, Макаров добавился. Много хороших актеров, потратили денег много, судя по трейлеру. Ну, я не знаю, ну, наверное, нужно было тратить именно такие деньги. Хотя раньше снимали за гораздо меньшее. Ну, а качество будем сравнивать, когда выйдет кино. Очень хочется, чтобы оно было достойно первой части. Да, алло. Да, узнал. А кто это? Выборы одновременно в 14 губерниях. Он, конечно, ничего хорошего не сделал. Но и плохого тоже ничего не сделал. А это, между прочим, редко когда бывает. За что его Святым Георгием наградили? За Измаил. А, да. Или за Бородину. А. Ты ничего не перепутал, нет? Ну так они пиарчики, это тоже ништяк. Старые друзья снова вместе. Сам ты старый. Я приехал сюда деньги зарабатывать. Более того, все, что я здесь получу, я уже потратил. Я не понимаю, вы что, не могли меня дождаться? Ну, а что так как-то в домашнем? Может прийти кто-то, кто сделает еще хуже, чем я. Что вы говорите? Кто же может делать еще хуже, чем вы? В смысле, лучше? Кто там еще у нас? Бывший военный, популярен в области. Мощный мужик. Буду помогать людям вашего прикольного возраста, преклонного возраста. Кто это сочинил? Коррупцию ты искоренишь, зарплаты повысишь. И надой увеличишь. Он крышует, мы наезжаем. Мы крышуем, он наезжает. Это бизнес. Вы вообще знаете, кто я такая? Такая себе бабенка. 40+. Это отдадим прокурору, потому что все самое лучшее у нас прокурором. А детям купим какой-нибудь чуп-чуп, стекловато, вот эту сошня. Скотина. Ну, что происходит? 5 минут до эфира. Вот, возвращаем вам Валентину в целости и сохранности. Спасибо вам большое. Он врет. Он. Я в кусках. Конкретно что предлагаешь? Демократические выборы. Это кто больше голосов набрал, тот и выиграл? Ну да. Неожиданно. Смело. День выборов 2. Нет. Страна у нас, конечно. Да. Страна, да. И народ. Ну, народ у нас вообще прекрасный. А? Люди, правда, говорят. Мы с Мусей рекомендуем смотреть исключительно хорошие трейлеры к исключительно хорошим фильмам. Исключительно по чашечку хорошего кофе от партнера нашей программы, компании «Эталон Днепр». Кофе хороший, рекомендую.